чудово, якщо розпочати його спортивно і у гарному місці. Сьогодні дівчата з ранкового шоу «Новий день» зібрались на 8-му причалі і покажуть, як активно розпочати свій день. І в цьому нам допоможе тренер з йоги Дмитро Жук. Дмитро Жук – тренер з йоги з 2008 року. 2 роки був керівником центру гарячої йоги в Миколаєві. Учасник багатьох семінарів і конференцій провідних викладачів хатха-йоги. Регулярно проводить виїзні тренувальні заходи та інтенсиви. Мы выполним с вами комплекс «Сурья Намаскар». Этот комплекс в переводе с санскрита означает «приветствие солнцу». Итак, давайте начинать. Подходим на передний край коврика, поставим стопы вместе, ладони соединяем намасте перед грудью. Выполняем все вместе глубокий вдох и полный выдох. Со вдохом вытягиваемся за руками вверх. Выдох, опускаем голову к коленям, глубокий наклон. Вдох, левую ногу ставим назад, правую ногу сгибаем в колени. Выдох, правая нога назад, руки сгибаем до прямого угла в локтях. На вдохе собака мордой вверх, грудную клетку вперед и вверх поднимаем. Выдох, собака мордой вниз, таз поднимаем назад и вверх. Вдох, левая нога вперед. Выдох, приставляем правую, опускаем голову к коленям. Со вдохом вытягиваемся за прямыми руками вверх. Выдох, ладони снова соединяем намасте перед грудью. Вдох, вытягиваемся за руками вверх. Выдох, опускаем голову к коленям. Вдох, правая нога назад, левую ногу сгибаем в колени. Выдох, левая назад, руки сгибаем до прямого угла в локтях. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз, таз поднимаем назад и вверх. На вдохе правую ногу ставим вперед на линию между ладоней. Выдох, приставляем левую, опускаем голову к коленям. Со вдохом вытягиваемся за руками вверх. Выдох, ладони намасте перед грудью. Этот комплекс выполняется парное количество раз. Выполняется желательно утром. Очень хорошо тонизирует организм и заряжает бодростью и позитивом на весь следующий день. Щойно ми виконали комплекс вправ привітання сонцю. Зазвичай цими вправами розпочинається будь-яке заняття з йоги. І зараз маємо можливість поспілкуватися із тренером та дізнатися взагалі, що таке йога. Йога – це більше релігія чи спорт? Ну, йога – це і не релігія, і не спорт. Це скоріше інструмент, з допомогою якого чоловік може гармонізувати своє фізичне стан, фізичне здоров'я, улучшити свої показатели в соціальних якихось моментах, улучшити внутрішнє стан, гармонізувати. В общем, це інструмент, з допомогою якого чоловік становиться просто лучше, щасливіше, красивіше, стройніше, здоровіше. А хто може займатися йогою? Чи є якісь вікові обмеження? Чи, можливо, є якісь протипоказання щодо стану здоров'я? Ви знаєте, як би, насчет противопоказань лучше обращаться к врачу однозначно, но вікових ограничений нету. Тобто, как детки могут заниматься, так и люди пенсионного возраста. Абсолютно все доступно. Есть очень много всяких упражнений разного уровня сложности. Подходит абсолютно всем с разного уровня физической подготовки. Главное, самое сложное в занятии йоги – прийти и начинать заниматься. Все остальное абсолютно доступно, абсолютно реально. Що є показником того, що людина досягла певного успіху? Це вона стає більш гнучкою, може, більш стрункою, більш зосередженою? Ну, опять же, этот вопрос, он комплексный, да, человек, приходя на занятия там в какую-то секцию, кружок, я не знаю, там, на лекцию там по какому-нибудь там саморазвитию, он имеет цель. Целью в занятии йоги мы имеем улучшение своего физического здоровья, улучшение своего духовного состояния, улучшение своего какого-то, ну, скажем так, психоэмоциональной сферы, да. Вот если при занятии йоги вы чувствуете, что вот что-то вот как бы у вас улучшилось, значит цель достигнута. Чи можна йогою займатися вдома? Чи краще все ж таки розпочинати з тренерами? Ну,
Моя рекомендация – лучше, конечно, начинать с тренера. Почему? Потому что есть множество всяких упражнений, которыми можно себе навредить, не понимая, как правильно там выстроить, да, эту фигуру в пространстве. Угу. Чи можно параллельно с йогой заниматься каким-то будь-яким іншим видом спорта? Конечно, можно. Это ж никаких ограничений нету. Танцы, там, легкая атлетика, тяжелая атлетика – без проблем. Йога только поможет вам в достижении каких-то результатов. А не будет ли навпаки перевтомлюватися? Нет. Нет, однозначно нет. Йога, наоборот, она стабилизирует и улучшает состояние здоровья, улучшает духовную сферу. Взагалі, є якась статистика? Скільки, наприклад, миколаївців займаються йогою? Ну, я не знаю за статистику. По опыту не очень много. Оно вроде как модно, вроде как у всех на слуху, но на самом деле людей, занимающихся йогой, не так и много. Давайте, мабуть, привітання. Тих, хто зацікавився, тих, хто обов'язково візьме участь і буде спробує виконати хоча б той комплекс справ, який ми разом із Новим днем вже осилили, скажімо так. Друзья, ну сегодня день йоги, Международный день йоги, 21 июня. Я хочу всех причастных к этому дню поздравить с этим праздником и призываю всех заниматься йогой. Занимайтесь йогой, будьте счастливыми, здоровыми, красивыми. Всего доброго вам. Переконана, що ми вас зацікавили і обов'язково спробуйте той комплекс справ, який сьогодні показали. Ну, а ми продовжимо наш ранковий ефір.